based around the building blocks of our large format consoles. Построим систему по идеологии building blocks, то есть отдельных модулей, отдельных блоков, при помощи которых можно создать необходимую систему, необходимые сочетания. Think of it like a Lego system where you can build any kind of setup that you wish. Да, это можно сравнить с Lego-конструктором, при помощи которого можно построить любую систему, которая вам требуется. We have combination of micros, equalizers, and compressors. Здесь у нас есть комбинация микрофонов, усилителей, эквалайзеров и компрессоров. Here you can see that we have the black modules and the silver. The black are based on the old 4000 G-Plus consoles, the rock and roll, the mojo sound. Как видите, есть варианты черных модулей и серебристых модулей. Черные модули — это дизайн, который базируется на консолях 80-х годов, то есть это более рок-н-ролльный звук, более винтажный, если так можно сказать, с определенным характером. The silver modules are the modern sound of SSL, very clean, very transparent. А вот серебряные модули — это как раз современный звук SSL, более чистый, более прозрачный, более more hi-fi. More hi-fi. Конечно, да. All this is full analog. Full analog, every yes. The beauty, the beauty of the system is the total recall. Да, но основная прелесть системы — это функция total recall. So here we see when we've enabled total recall, we have some flashing channels saying that the positions of the ports have changed from when we last saved them. Ну, то есть когда мы активизируем total recall, мы видим, собственно видим на модулях индикатор, который показывает нам, что нужно сделать, чтобы восстановить положение, запомненное определенным образом. So the idea is to get these LEDs to turn off. So where it's green, it's too far to the left. So we've got to turn. Now it goes red because I've gone too far. And when I'm in the correct position, it goes out. То есть, если мы видим зеленый светодиод, значит, мы находимся в более левой позиции, чем ручка должна находиться. Соответственно, мы ее восстанавливаем до тех пор, пока не погаснет светодиод. И в обратном порядке. Если красный, значит, нам нужно крутить ее влево.